В этом видео очередная ключница от магазина «Купи сувенир». На фотографии вы ее видите. Видео будет интереснее посмотреть. Посмотреть со всех сторон, со всех ракурсов. Вот как она оформлена, что у нее сзади. Ну, я еще вам и расскажу попутно. Значит, сделана она из дерева. Очень красиво протонировано дерево. Значит, сбоку есть вот такой вот металлический замочек. Такой вот в винтажном стиле. Это ключица по своей тематике посвящена рыбалке. В общем-то, а именно нахлысту, если кто-то разбирается в рыбалке, я вам просто покажу. Все здесь отвечает теме нахлыстовой ловли, кроме поплавков и вот этой вот рыбы. Рыба бас, как я понимаю. Значит, ну, в общем-то, людям, которые занимаются рыбалкой, может быть, эта ключница понравится. Где-то она может висеть даже в рыбацком домике или на даче. В общем-то, приятно будет на нее смотреть. Или в квартире длинными зимними вечерами, все-таки поглядывая на нее, можно будет вспоминать летние рыбалки. Значит, внутри сделано вот так вот, в бархатом таким выклеено. 6 крючков есть. В принципе, все ключи, которые есть в доме, в среднестатистической семье, могут сюда поместиться. Главное выработать себе привычку все время их ложить на место, приходя домой, и находить их там же, где вы их оставили. Значит, размеры этой ключницы 25 высота, 17 ширина и 6,5 глубина. Эти размеры помогут вам выбрать для нее правильное место в вашей квартире или доме. Спасибо.